Самая долгая война в истории России. По отчетам русских военачальников, население Кавказа в ней было полностью уничтожено и не один раз. Потери России в Кавказской войне были больше, чем в нынешних афганской, двух чеченских и всех остальных современных локальных войнов вместе взятых. Генерал Ермолов и имам Шамиль, чиновник Грибоедов и чеченская милиция, поручик Лермонтов и горские снайперы. Два века кровопролитий, побед и тайной дипломатии в фильме «Штурм будет стоить дорого». Авторской экранизации книги Бориса Соболева.